Добрый вечер, ребят. Смотреть будем обычную рядовую игру 5x5 ладера. Это не турнир. С турнирами у нас на КСПЛ, к сожалению, очень большой напряг. Да, закабаним, мы это дело любим. Правый его, правый. И забрал его с банана на разыгровке. А, не, сори, сори, центр. Ну что, ждем пятого игрока. Я так понимаю, команды Инко. А вот что касается команды Омни, она у нас в полном составе. Попросил я, ребят, побыстрее. Единственное, конечно, почему я не люблю стримить игры 5x5, 3x3, потому что команда собирается ох как долго. Возможно, это поиски каких-то наемных игроков. Вот, пока что у нас есть времечко, можем почитать, что у нас в чате пишут. У нас в чате... Так, ну да ладно. Ждем, ждем. Быстрее бы у нас ребята уже начали. Вечер поздний. У нас то ли молния была, в общем, у меня может даже и свет как-то рубануть-то... Нет, нет, чистая. Clear sky мне подсказывают. Все нормально, значит, почти чисто. Уже потемнело почти, почти стемнело. Вот, заходит Ледвиг, Людвиг, не знаю, как его там точно по батюшке. Готовы мы начать все-таки матч между командами Инко. Они себя Invention Control называют. И командой Омни. Команда, честно говоря, достаточно давно на лиге, несмотря на то, что Инко у нас имеет всего лишь статистику в 2 матча. Ну, понятно, теперь еще одного приспичило отойти. Так вот, несмотря на то, что статистика всего лишь 2 матча в активе этой команды, достаточно давно они уже играют вместе. Invention Control Ready. Инко, да, скиф обратно заходит, и есть вариант того, что забыл античит запустить, может быть, квадрат погас после того, как свернул. Ну, разумеется, Steam свернул. Свернул игру, свернул КС. Готовы. Составы играющих команд. За команду Омни у нас играют скиф, Somehow, Mortem, UFG. Короче, я не буду его так долго... читать, а он просто будет Мортимом. Вот. Ну, Stone Cold и... I'm ill. Я, честно говоря, не знаю, как эти все ники читать. Что касается Инко, у нас все гораздо проще. Беркук Танк, Тропика, бывший администратор AIM Ладеров, который был снят за инактив. Был снят... Ну что, будет ли баг скамейки? Смотрим. Да, Тропика, он знает про этот баг. Учили мы его этому багу. Вот, мы даже посмотрим. Только левее немножко надо. Оба-на! Видали, ребятки? Оба-на! Второго зарезанул. А баг скамейки-то действует. Ну что, будет ли еще один желающий? Закабанили все-таки Тропику. Подсобили ребятки из его команды. Несмотря на то, что... Ах, промазал. Все-таки затыкали его ножами. Так вот, дальше. Что у нас по составу? Да ладно. Ну что, ЗКТ перешли у нас, разумеется. Инко, Рэндалл и Скилл. Стил, извиняюсь. Стил, Ледвиг, Рэндалл, Тропика, Беркутанг. За голубых у нас начинают команда Инко. Скорее всего, стандартная расстановочка. Плюс-минус ковры и... Бананчик, будет ли выбегать у нас человек чекать банан? Разумеется, обязательно, без этого никак. Может сейчас Стил отойти на точку Б. Что у нас с атакой? Ну, решили фастануть, получили порцию белого света. Несмотря на эту порцию белого света, минус они продавили. Там же Рэндалл уже помогает. Тропика ловит на точке А, боится, мало ли, вдруг. Рэндалл напихал там уже двоим. И еще двух разменяли. Рэндалл хорош, забирает Тропика, забирает... еще одного подходящего к точке А, и 1-0.
потеряли трех своих мейтов команда Инко. Что, как у нас будет разворачиваться атака за... от команды Омния. О, хорош, своему там запихал с Хае. Это кто был? Тот, кто, кстати, пробежал. Нет, вы знаете, всего лишь 99. Стил. Эх, обошел. Обошел. Ну что, должны сейчас ребята додавить эту точку, а? Должна поставиться бомба, должны быть деньги. Тропика, тропика. Должны мы переключиться вовремя, увидеть флешечку через верх. И через верх надо было... Не решился. Но тут надо тогда в плент выходить и забирать тех, кто за новыми апельсинами. Стандартная позиция для любого КТшника, для Тэшника, неважно. Забирает тропика. Насколько я знаю, тропик у нас поменял свой компьютер с убогим FPS. А почему пистолет-то не берет Stone Cold? Эх, Stone Cold, надо было тащить этот раунд, надо было прятаться. И в итоге 2-0. 2-0 впереди команда Инко. Ледвиг все-таки в конце концов застрелил своего соперника. Stone Cold зафейлился при перезарядке с МП. Надо было просто спрятаться. Но у нас такова тенденция, что команды любят постреляться, показать себя в деле. А на самом-то деле вы играете, ребят, не на фраги, а на очки команды. Какой-то нелепый дым. Я так и не понял, от кого это было кинуто. Скорее всего, от террористов. Халда перед нижними коврами. Подобрал C4 Мортом Ивже, Немо Потест. Я не знаю, что это означает. АМЛ хороший хедшот повесил. Что творит Рэндалл? Почему он тут стоял? Стил разменял его. Должны ребята сейчас быстренько стянуться с точки А. Что у нас с бомбой? Бомба долго-долго. Зачем было спрыгивать? Ставится бомба в угол. Поставили в закрытую бомбу. Разумеется, не сахар позиция. Надо выиграть время. Stone Cold наконец-таки делает важный минус. И мне кажется, берут первый раунд у нас ребята из команды террористов. Получает тоже порцию белого света. Как раз-таки Stone Cold. И ну что? 2-1, 2-1, 1-1, 1-1. Ну что, опять, неужели они вылезут? Ребята, вам надо прятаться. Что вы делаете? Террористы! О, боже мой. И 3-0. 3-0, тропика вытаскивает. Александр, молодец, вытащил. Еще один раунд для своей команды. Команда Инко у нас впереди. 3-0. Гляну я, все ли нормально, все ли в порядке. Да, вроде все нормально, все окей. Меня слышно. Микрофон у меня он. И флешечка идет на банан. Остановить порыв террористов, которые уже получили здесь. И ХАЕ получили. Stone Cold. Хорош, Stone Cold перестреливает все-таки перемычку. И АМЛ хорош. Забирает. И еще одного забирает. Как будто, вы знаете, на сливе у нас играет команда контртеррористов. И я уверен просто, что команда террористов возьмет первый раунд. Первый закупочный раунд. Закупной, закупочный, как хотите, как вам удобно. Еще флешечка. Что тут долго делал тропика, честно говоря, я не очень понял. Посмотрим за БРК танком. Надо в дым, мне кажется, захалдить было. Нет, решили сейвить. Решили сейвить. Поле пошел на подсадку тропика, подвел его... Подвела клавиатура, а соответственно клавиша Space. Самая длинная клавиша, как в клавиатуре для блондинок. И 3-1. Что? Выжили все террористы? Да. Выжили. Даже может быть фраг на халяву-то забрать? Не стал рисковать Мортом. Видимо, М-ка ему оказалась дороже, чем $300 возможные, которые он мог получить за убийство. За убийство, честно говоря, не обратил внимания, кто. Вроде БРК танк, да, он мог за БРК танка получить. Флешечку накидывает, да. То есть это опять же у нас на минусе АВП. Ну ладно, на минусе АВП это все, конечно, здорово.
Но мне кажется, надо чуть-чуть подальше держать это АВП. Второй мидл поближе я решил подержать, но на воде-то уже близко. Сомхао, ну сейчас инфу получит Сомхао. Эх, не получает, а может забирать. Хорош, забирает, сейчас второго заберет. Забирает зажим, он должен забирать ковры. А он видит, что это не ковры, это тюрьма железа, полетел. Полетел, хорош. Раунд имени Сомхао. И 3-2, да, тропика не спасет. Не спасет тропика, к сожалению, свою команду в этом раунде от проигранного раунда. Может взять все-таки один фраг. Может быть, стоило за машинку попытаться. Нет, все-таки услышали ребята, что на подъеме находится тропика. Александру надо бежать, сейвиться. Я бы на самом деле попробовал бы даже зарезать в наглую. Приседает он за кустик. Голову надо вниз опустить, правда. 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 Голову вниз. Товарищ Александр. Ну там как бы просто вас спалят. Ну да ладно. Близок МЛ был, но не пошел дальше. Не пошел, разумеется, сейф, АВП. 4750, они у нас не лишние. И на сливе, по сути, должна быть команда КТ. Пошла она четверкой на банан, один остается на Б. Рассадку будут ли делать? Нет, не делают. В пятером пошли в наглую, просто в аркаду. Ну, ох, если была бы ХАЕ, ребятки, ох, как было бы классно. Рассадочку делают. Знаете, где-то я это уже видел. Ну, просто в спину, да, Ледвиг все-таки забрал своего соперника. И просто, мне кажется, сейчас немножко... Ну что, да, Рэндалл забирает этот халявный фраг. 3 в 2 остаются. Еще немножко получил somehow. IL. Будет ли прострел? Не палятся пока террористы. Хотят перехалдить, переждать. Главное прицелом не щелкать. Но, к сожалению, Сомхау у нас перезарядился. Забирает и IML. И сейчас все-таки возможно, что заберут КТшники этот раунд. Должны. Да, зажал, хорош. АВП меняй. И 4-2. Да, сливной раунд имени команды Инко удался на славу. Когда в свое время Тропика играл у меня в команде, мы использовали эту тактику оставаться впятером. Соответственно, один или двое проходили по банану, делая слив. И, разумеется, слив двух игроков они надеялись... Ну, сейчас на халяву БРК мог забрать. Забирает он в тело, зажимая. Увидел еще за скамейкой, за диваном еще одно тело. Тут достаточно много тел. О, хорош стонхолд. Я даже не заметил, как он прошел. И да, на контроле забирает стил его. Вот это ужасно, на самом деле, стрельба людей, которые приседают, встают, приседают. Это реально как будто это пингующий человек, в него не попасть. Но это тоже своего рода тактика. Зато передвигаться, стрейфиться такой человек не может. Берку танк на воде. Сейчас может забрать его скиф. Не почуял запах. Увидел, забрал, да. Но БРК танк сам виноват, на самом деле. Могут ребята сейчас сделать фейк под точку Б и уйти на А. Тем более, что у нас... Да нет, не ушли у нас, не развелись ребята. Под точку А. Рэндалл рандомит на минусе. Хорош, забирает два тела. Плент у него. Должен дать инфу, откидать все, что есть, и подождать своего напарника. Вот с точки А подтянулся Александр, он же Тропика. 5-2. 5-2, я посмотрю, что вы там, может быть, что-нибудь пишете. Да, я снялся с администрации, теперь я могу стримить в полный рост. Ну что, 2 ХАЕ летит у нас на банан. Бедняга скиф подлетает. Царствие ему небесное. Уже с центра там кто-то постреливал на минус. Тоже неплохо. В закрытую держатся ковры. Это правильно.
Не могу понять, кто у нас там держит эти ковры, каким образом, понятно. Ну, под бананом там ничего особенного, никто не лезет. Ледвиг у Стоун Колда застрелил с АВП. На минус пытается прорваться Мортом. Получает заряд бодрости от Рэндала. 4 в 2 остаются без шансов, мне кажется, для команды Омни. Ледвиг еще одного забирает. Причем та же позиция у Ледвига. На самом деле не очень понятно. Закиньте вы сюда пару дымов ковры плюс около плента. И можно, в принципе, нормально пройти эту точку. Еще из центра можно флешку дать на это железо и взять... Забрать все-таки этот плюс, раскидав те же флешки на минус. Но не хотят. Просто упорно, упорно делают нас Омни свои излюбленные ковры. Причем по коврам-то они, в принципе-то, не выходят. Они просто сливаются на центре. Перед этим сливался у нас на точке А. Никто сейчас не пойдет. Нет, скиф опять. Неужели опять? Вот, ловит он гранаты взглядом. Поймал взглядом, проводил, получил по ногтям, еще получил по ногтям на центре, еще и флешку получил. Бедняга скиф, мне его, честно говоря, откровенно жаль. Но должны забрать-то они его, ну да, наконец-таки. М-ку поменял, еще один на минусе. Мне кажется, очень сильно хромает плюс у команды Инко, и как раз-таки плюсы надо давить. Хороший мейл забирает... Два в одного остаются. Подобрал кирпич. Пора бы поставить. Стил слишком долго шифтит. Ну, разумеется, он шифтит, потому что он боится, что здесь кто-то рядом есть. Stone Cold 14 хп. Главное не нарываться. Тем более, что у I'm ill. Может быть, это я или я он хотел сказать. Я, честно говоря, не знаю. Может быть, он хотел сказать я или я. Но тень, она видна. Видна его голова сейчас. Тем более, виден Калашников... Дым кривой. Пока кидал дым, получил порцию металла по своей голове. От как раз таки от I'm Ill'а. Может быть, Ильи, я, честно говоря, не знаю. Долго слишком решался. Дым на С у нас снова пошел. Улыбка наоборот от Ледвига. Да. 6-3. Пока ничего не ясно, кто победит. Немножко, скажем так, более лучше действует все-таки команда Инко. Ну и вот эта вот организованность в действиях. Но я смотрю, уже раз за разом Ил все-таки разрывает вот эту вот оборону на минусе. Один хп бегает так, как будто у него 100 хп. Да, пока ставили бомбу, они уже раскидали Инко по карте. Раскидали эти трупы. 6-4. Впереди по-прежнему команда Инко. Напоминаю, ребят, что у нас проходит стрим обычного ладдера 5x5. То есть это обычная игра, это не турнир. С турнирами напряженка. Турниры у нас делают буквально в паре ладдера. Хорош подлетает Мортем. Заркадили. Мне кажется, Александр зря время не терял, пребывая в моей команде в свое время. И ну просто точная копия того, что делали мы раньше. Не знаю, может быть, это уже все делают, но ну, неужели он там тело не увидел? Ну видно же стила там. Эй, чувак, ты же его видел. Да, somehow. Сейчас мог еще через деревяшки получить, на самом деле. 2 в 3 играют, и бомбу пасут контртеррористы на единице. На единице Тропика сейчас готов забрать этот фраг. Да, забирайте 12 хп. Сейчас главное просто I'm Ill'у не палиться. И ох, если он сейчас заберет то два тела. Эх, не смотрит. Надо посмотреть. Тем более АВП. Ну, АВП забрать не грех. Что же он стоит-то непонятно, честно говоря. И, ну, честно говоря, фейл жесткий. Ну, видимо, смотрел. Рэндалл, молодец, хелпанул своего напарника. Напарник не потерял вот это вожделенное АВП.
с которым он сейчас пойдет на банан занимать флешечку через верх. И нет, не пошел он занимать. Что у нас? Атака, атака. Фаст один на центр, на вторую медлу зарулил, и все собрались под второй медлой. Сейчас там, я чувствую, нарвется Беркутанг. Получил он хае там. Неплохо получил еще хае. Хорош, молодцы, ребята. Раскидали они Беркутанга, нечего туда лезть. Вдвоем опять на минусе, и очень быстро халпа приходит с точки А. 7-4. 4 в 3 играет сейчас команда Инко. Неужели инфа пошла, что банан? Ну, правильно, там никого нету, поэтому и пошел на точку А. Или подожди, не-не-не-не-не, стил есть здесь. Somehow забирает. Ну что, если сейчас Ледвига заберут, то... Ну, зачем? Ну все, ставится бомба и кажется 7-5. Уж 3 в 2-то они вытащат этот раунд, я уверен, если не будут особенно нарываться. Вот что делать, например, сейчас Somehow, зачем нарываться? Когда можно просто подождать, пока потикает эта бомба. Ну зачем? Что же вы, ребятки, делаете? Ой-ой-ой-ой-ой, ну что у нас делает команда? Еще эстонский дефьюз, да, получил информацию и делает он счет 8-4. В пользу команды Инко. Успел. Все нормально. Вовремя сориентировались. Ребята подсказали Александру, что надо бежать на плюс. Там у меня дефьюз медицинский. Этот докторский набор лежит, который за 200 баксов не купил. Тропика. Ну что у нас по фрагам? Рэндалл впереди. По смертям впереди Тропика. Бережет свою задницу. Молодец, правильно, так и надо. И пока Somehow и IL делают дело за команду Omni. БРК опять на этой позиции. Неужели так... Ой, извиняюсь, не БРК, Рэндалл теперь на этой позиции. Неужели нравится так получать? Вот там ХАЕ. ХАЕ, кстати, получил Somehow, лучший игрок в данный момент команды Omni. Но... Отхватил там... Тот же Рэндалл. И сейчас, если быстрая стяжка пойдет на точку А, но надо не в одиночку идти. И стил забирает. Ну, неужели третьего заберет? Пистолет можно взять. Хорош, забирает. Ну неужели 4 заберет? И что? Хорош, да. Минус 4 делает. Он такой мини-мувик можно, в принципе, собрать без проблем. Да, косые у нас оказались террористы. 9-4, 2 раунда до смены. Инко против Омни, 5x5, не турнир. БРК пошла тяжко, да, в четвер... Ну, мне кажется, сейчас втроем они задавят террористов, в любом случае, не пошел на свою же гранату. Рэндалл сзади просто пришел почищать, такой чистильщик, в дыму не видит сидящего на желтой. Да, просто... Ну просто скилл года показывает Somehow, не забирая буквально в бочину Рэндалла из стороны мечущегося, из стороны в сторону. И 10-4 у нас команда Инко пока впереди. Александр у нас пожрать, видимо, пошел. Может быть что-то другое, но так или иначе ему дроп скинули. Ну, по понятным причинам, это последний раунд. В пятером собрались они. Под центр. Неужели опять ловить будут на центре ХАЕ? Вот, пришел Тропика халповать. Уже втроем минус держит. Жесть какая. Все, Б подошли. Тропика. Стоит просто не нарваться. Держат буквально они вчетвером эту точку. Рэндалл, бедняга, получает в тело. Хорош, Stone Cold, наконец-то он делает свое дело. Людвиг опять в той же самой позиции. Отлетает куда-то ХАЕ, неважно, Людвиг все равно забирает этот фраг. 3 в 2 остаются. Есть вариант забрать своего соперника и выиграть этот раунд и сделать счет 11-4. Ну, Somehow все, мертвый, Somehow мертвый. Тут уже ничего не поделаешь, Беркутанг его сзади забирает на халяву. Пока с ним Ледвиг стрелялся. И 11-4. Впереди команда Инко. Invention Control.
0-0, да, правильно мне Настя подсказывает, 0-0. Ну что, посмотрим за атаку, что у нас здесь получится, потому что за защиту, в принципе-то, все понятно. Ну что, будет ли фейк под банан? Нет, решили просто пойти под банан, раскидывая все на своем пути. Получится ли все это раскидать, не знаю. Замешкались. Вот, вышли, ботскую проверили, но за новыми оказался соперник. Долго Рэндалл не ставит бомбу. Вот, наконец-таки за рыбками ставят. Пошла флешка, Stone Cold. Ну, 3 в 3. Ситуация 3 в 2. Патронов было больше у Ледвига, не успел. 2 в 2 ситуация. И все, да. Террористы, да. Пистолет ТТ указывается somehow. 1-0 мне Настя подсказывает, что у нас в матче. А точнее не в матче, а за эту сторону. И уже 12-4. И взяли они эту пистолетку. И для того, чтобы себя более-менее как-то уверенно почувствовать, контрам надо было брать этот раунд. Не взяли они этот раунд. Не взяли раунд. И есть велика вероятность того, что Скиф сейчас... меняя свой ножик, режек. Да, знаете, забрал все-таки. Забрал он этот хедшотом фраг свой. Заработал 300 баксов. Еще одного увидел. Надо ему позицию на самом деле менять. А надо было все-таки уходить, наверное, не в пески. Не в пески, да. Просто раскидали своего соперника. Растолкали, распинали. Пух и прах, и 13-4 мы сейчас увидим, потому что, ну, ничего не сделают. Остается только по Wi-Fi минировать контрам. Увидел, затыкал, но... занедотыкал он своего соперника, и Беркутанг проиграл эту дуэль. Ох, ну прям втроем, и закабанили, да, я... так хотел это увидеть. Рэндалл знает, как я люблю кабанов. Разумеется, я их люблю делать, но я люблю и наблюдать. Я люблю и наблюдать, когда у нас эти кабаны пищат. 0-2, да, 0-2. Флешечку получает дым. Испугавшись дыма, Ледвиг попятился как рак. Назад, как каракатица. Своему же флешке там накидывает. Решили они сделать фейк, и сейчас возвращаются обратно. И... ох, неужели развели-то? Да, правильно, на плюс. И один Stone Cold остается. Один остается Stone Cold. И флешечку закинули. Сейчас буду чекать. И не заберет никого Stone Cold. И, ребятки, вас развели. Вас развели сейчас... поддались вы соблазну уйти на точку А. И еще один очередной раунд от команды Инко. Показали они сейчас команде Омни, как надо атаковать. Надо себя чувствовать уверенно. Ну, конечно, уверенность придает тот счет, который был. Взял пластиковый ФАМАС Рэндалл. Взял Рэндалл ФАМАС. ФАМАСом у нас, как обычно, бегать очень долго. Бомбу кто-то скинул. Тяжелая ноша. Ответственный труд. Ношение бомбы, кирпича, С4. Раньше это был портфельчик, ранец. В принципе, он сейчас должен быть таковым. Перекинул. Нет, сейчас, да. Ну, разумеется, сейчас просто кирпич вот такой вот. А раньше был ранец... Хотелось сказать, бегали раньше ребята с ранцем, но, конечно, не буду говорить. Ну что, опять первого убивают из команды. Два, три. Ругается Скиф, о боже, зачем ты это пишешь? И один в три остается АМЛ, до сих пор не познавший фрагов в этом раунде, в этой стороне КТ. Смотрит он под зил, под зилом никого.
Спалили они сейчас по треску, что здесь находится как раз таки КТшник. Ну, мне кажется, стоит сейчас АВП-то засейвить. Зачем идти сливаться, когда тебя сейчас просто, ну, реально заберут. Да. Ну, разумеется, уже ничего не сделает АМЛ. Единственное, что он сделал, это взял первый фраг за эту сторону. 15-4, 11 матчпоинтов. И, ребят, ну тут все, в принципе-то, понятно. Ожидалась, конечно, более упорная борьба, но ее мы не увидели. Немножко подлагнул у нас Беркутанг. Stone Cold, наконец-то, хоть кто-то делает минусы в этой команде. Получил на полтинничек Тропика. Не решился, видимо, дальше с бомбой идти. Оно и понятно, это правильно на самом деле. Перестреливаться с центром. Я не знаю, насколько правильно перестреливаться с дигла на пол карты. 1 к 5 скиф имеет. Что-то как-то не ладится. Игра Somehow делает минус. Игрок, который пытался тащить за свою команду в прошлом. За прошлую сторону. Найс присяд. Присяд на самом деле. Найс Stone Cold, хочу сказать, у игрока скиф. Хотя, на самом деле, это и у Стила был. И, смотрите, курочка по зернышку. Тянут, пытаются. 2 в 2 остаются. Бомба успеет поставить. БРКУ занимает, в принципе, выгодную позицию. Пошел в центр, посмотрел, убежал. Просто, ребята, не лезьте. Вот и все. И вы возьмете этот раунд и игру. Да, Ледвиг, все. Все, закончили, ребята, играть. 16-4. Спасибо командам за игру. Спасибо команде Инко. Спасибо команде Омни. Было, в принципе, интересно посмотреть благодаря той же самой карте. Мы увидели немножко тактики от команды Инко. На этом все, ребят. Сегодня больше стримов не ожидается. Завтра, если только вечером. Вот. Свои пожелания вы можете оставить мне в личные сообщения. Соответственно, если вы хотите, чтобы показали именно вашу игру, вы оставляете заявку. И со стопроцентной вероятностью и вашей игры, чтобы мы не зря не тратили время. Разумеется, это будет любой ладдер, кроме АВП. Это будет карта не Тускан. Стрим, разумеется, ребят, я залью. Это даже не обсуждается. Все стримы я свои заливаю в канал, который вы видите прямо под окошком стрима, мой YouTube канал. Вот, все на этом, ребят. Всем спасибо, играйте в CS, пока.